Только что я чуть не попала на мошенников. Но хорошо, что я решила проверить отзывы в Гугле, и все-таки оказалось, что да, это мошенники. Вот смотрите, все делаю при вас, показываю. Мне нужно купить билеты из Таллина в Ниццу. Так, 9 июня, червня, 9 июня, правильно же? Так, 9 июня. Обратный билет 14 июня. Дальше мы смотрим, какие рейсы нам показывает. Так, проверяем. Таллин-Ницца. Для одного человека туда-обратно. Эконом-класс. 9 червня. Вертаюсь я 14 червня. Дальше. Кількість зупинок. Без зупинок вибираємо. Так, все. От наш рейс. Дивіться. И тут у нас есть перечень, какие сайты могут нам предложить купить у них билет. И смотрите, вот есть такой интересный сайтик, называется MyTrip. И цена, как вы видите, самая дешевая. Вот, например, на сайте авиаперевозчика Air Baltic, тут у нас 319 евро стоит билет. А вот сайт MyTrip... Сам, посмотрите, на 10 евро стоит дешевле. И вот, я зашла почитать отзывы про этот сайт, и отзывы все плохие. И вот, например, 10 часов назад, 29 минут назад, день назад, 3 дня назад, 16 часов назад и так далее, 17 и так далее, и тому подобное. Я все не стала читать, потому что тут все плохие отзывы, и все пишут, что они мошенники, и объясняют свою ситуацию. Вот, например, кому-то они говорят, что мы не можем забронировать, ну, то есть человек уже купил, с него сняли деньги, а они говорят, нам нужно 7 дней, чтобы проверить вашу личность. Ну, а это как такое может быть, если человеку надо через 3 дня лететь, какие еще 7 дней? Потом кому-то они сказали, ваша почта неактивна, что-то там проблемы с почтой. Третьему человеку сайт авиаперевозчик, ну, сайт авиакомпании присылает сообщение и говорит, что похоже, что билеты были куплены на каком-то стороннем сайте, с которым мы не сотрудничаем. Извините, мы не можем, ну, мы не можем там что-то или продать вам билет, или, ну, предоставить билет, ну, что-то такое. В общем, это полные мошенники. Сайт mytrip.com. Не надо покупать через них, не надо экономить эти 10 евро, потому что потеряете все деньги. И, кстати, вот эта цена, это не остаточная цена, это цена без багажа. Это цена только с ручной кладью. Я буду бронировать через сайт Air Baltic. Ну, или же через сайт Booking. Ну, здесь дешевле, наверное, через этот сайт. Так, сейчас будем смотреть. Я надеюсь, я была вам полезна, рассказав про этот мошеннический сайт. Надеюсь, их скоро заблокируют. Всегда, когда у вас есть выбор, всегда обращайте внимание на отзывы, читайте отзывы. Ну вот, например, мы сейчас ведем вот этот сайт, да? Да, тут будут отзывы, но они не будут связаны с продажей билетов. Ну, я имею в виду, негативные отзывы мы можем найти, потому что в любой авиакомпании, в принципе, есть негативные отзывы. Но про то, что это мошенники и там украли деньги на билет, то такого мы не найдем. Ну да, ну, как правило, люди пишут плохие отзывы, хорошие мало кто пишет. Но извините меня, когда ты читаешь отзывы, что они просто списывают деньги и билетов никаких нет, ну, это реально полные мошенники. Одно дело некачественно предоставить услугу, другое дело обмануть на деньги. Я продолжаю покупать билеты.
Значит, в Ниццу я выбрала прямой рейс, и в Таллин обратно я выбрала тоже прямой рейс. Так, дальше мы смотрим. Значит, мне надо доплатить за багаж. Здесь у нас есть за 100. Так, ага. Тут у нас два. Так, значит, два билета нам показывается. Есть Green, Green Plus и Classic. Значит, тут включается у нас ручная сумка, личная вещь, максимум килограмм, изменение рейса. Дальше, Green Plus. Так, ручная. О, мне подходит, наверное, вот этот режим. И сумка 23 килограмма. Изменение рейса 50 евро плюс, возможно, разница в цене. Так, один пункт плюс. Я выбрала тариф Classic. Там было три тарифа. Я выбрала тот, который позволяет выбрать место в самолете, поменять дату полета, также получить какую-то компенсацию за отмену. Вот. Ну и включает, естественно, багаж регистрируемый. Так, сейчас еще раз их я проверяю. Я всегда люблю проверять по много раз. 9 июня, 7:10, в 9:35, прямой рейс. Дальше, классик. С Ниццы в Таллин. Так, значит, это с Таллина в Ниццу. С Ниццы в Таллин 14 июня в 10:15, 14:30 возврат. Дальше. Тут пишется, что... Что тут пишется? Так, продолжить. Все, мне нужно тут заполнить свои данные. Женщина, имя, фамилия, дата рождения. Страна проживания, тут высветилась Латвия. Страна проживания, Украина. Ну, в общем, я буду заполнять. Выбираю места в самолете. Проверю данные и все, покупаю билеты.